Привет, мои добрые, хорошие, с вами Наталья, Бельгия. Сегодня пятница у нас, день Венеры, кстати, да, сегодня делала, переделала кучу классных дел, красивых. И сейчас вот иду гулять. Остановилась здесь, чтобы сделать быстренько видео, это будут впечатления дня, потому что сегодня такой у нас замечательный разговор с мужем произошел. Здесь остановилась, потому что здесь наши соседи, у них курочки-петухи. И петух прям кукарекал так звонко. Я хотела, чтобы вы услышали, как он кукарекает. И как только вот камеру включила, он перестал кукарекухать. А впечатления дня такие, что... Ну, просто до слез сегодня утром опять разревелась от радости, не знаю, от счастья. Знаете, такие бывают слезы, когда тебе так хорошо, что ты не можешь сдержать слезы. И... Разговорились с мужем о детстве, о родителях, о наших и о самых ярких впечатлениях детства. Он стал мне рассказывать о том, как в один прекрасный день, когда он был в садике, зашел разговор о любимых родственниках, да, о любимых бабушках и дедушках. И у него была любимая бабушка, это мама мамы. Он говорит, самая добрая, самая любимая. И однажды как-то был один день, когда из садика она пришла его забирать. И говорит, я не знаю, почему я так запомнил этот день. Я, говорит, прямо вот помню, как она его, ну, не хотели отдавать сначала, потому что она никогда за ним раньше не заезжала. Ну, бабушка у нее жила чуть-чуть дальше, ну, в другом городе, где они живут. И... Ну, родители что-то не смогли забрать, или, может быть, просто бабушка захотела забрать в этот раз, и она пришла, и ей не разрешали ребенка, ну, забирать, потому что видели ее первый раз, родители не предупредили ничего. У меня тут, видите, такая штучка, смешная, вот. И не предупредили ничего, и решили так, что если ребенок пойдет к бабушке, значит, они его отдадут. Ну и понятно, что, он говорит, я помню, как открывается дверь, и там стоит моя бабушка, и мне, говорит, так, я, говорит, так счастлив, и прямо бегу к ней в объятия, и, ну, счастье, говорит, полные штаны были. Я сразу вспомнила то же самое, тоже у меня был такой случай, когда мой любимый дедушка, дедушка Вася, если бабулечка смотрит мое видео, передаю тебе привет. Ну и всем, и маме тоже, просто очень связано с тобой. У меня есть очень любимая моя единственная бабулечка, баба Вера и деда Вася. Он сейчас уже на небесах, Царство Небесное. И это был мой самый любимый дед. И я прямо вот помню, это был единственный раз, открывается, ну, за мной пришли раньше, чем обычно, и открывается, значит, открываю дверь, и там вот в этой, в комнате, в зале ожидания, я его вижу, представляете, я прямо как сейчас помню, сколько счастья, у меня прямо все заржало, я прям полетела к нему, ну, вел его в руки, я прямо помню, как он был удивлен тоже, мне кажется, что он был удивлен, не ожидал он такой реакции бурной, и я прям помню, прям... С такой радостью, с таким счастьем, прям закричала деда и к нему в руки побежала. И получила мешок, пакет, этот пакет, я помню, и рисок в подарок, они потом стали еще моими любимыми вдобавок. Или были он просто любимые, я не помню. Вот, но суть в том, что я просто, я уверена, что у вас тоже есть такие чувства, когда вот вы с человеком живете, и каждый раз, да, вы... У вас очень много общего, вместе с тем, что очень много разного, но и очень много общего, и вы каждый раз открываете что-то общее. Мы с моим мужем единственные дети в семье, там, ну, у нас вообще очень-очень много, у нас по одному ребенку, и что вот сейчас, ну и там много еще разных деталей, и вот открыли мы сегодня утром как раз, что... Вот такой случай был в нашей жизни, когда вот с таким вот счастьем мы бежали к нашим любимым бабушкам. Он к бабушке, я к дедушке. Вот. Я желаю вам... Я буду заканчивать, что ветер разошелся. А вон еще на фоне лошадки. Вон девочка. Надеюсь, ветер не сильно помешает. Видите?
лошадочка. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего и желаю вам как можно больше общего с вашим суженым, с вашими любимыми, с вашими дорогими, родными, супругами, друзьями, женихами, невестами. Я желаю вам открывать каждый раз что-то новое друг в друге. И я желаю вам открывать иногда что-то общее в друг друге, что вас будет больше и больше связывать. Но самое главное, пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока.